Сегодня информационная служба Первого канала сообщила, что в авиакатастрофе погибла дочь российского депутата. По информации, частный самолет потерял управление и разбился. Выживших нет. Крупный телеграм-канал сообщил подробности. По его информации, 23-летняя дочь российского депутата вместе со своими друзьями, среди которых был сын крупного бизнесмена, сняли частный самолет для прогулки над территорией Бразилии. Ссылаясь на последние снимки и видео, выложенные в социальные сети дочки депутата, следственная группа предполагает, что молодежь устроила на борту самолета во время поездки бурное празднование с распитием горячительных напитков. В свою компанию они пригласили пилотов, которые запечатлены на фото с бокалом шампанского. Следствие предполагает, что пилоты не смогли отказать золотой молодежи и, поставив самолет на автопилот, отправились развлекать пассажиров. Автопилот самолета по непонятным пока причинам для следствия сделал ошибку и врезался в гору. Как рассчитывает следствие, расшифровка черных ящиков прольет свет на эту историю. Следственная бригада рассчитывает получить аудио и видеозаписи из салона самолета. На месте падения работает бригада спасателей, идет поиск тел. Это уже не первый такой случай, когда золотая молодежь, употребив горячительные напитки, мешает работе пилотов самолета. Ссылаясь на свой статус, они давят на пилотов и мешают им работать. Ранее служба безопасности фиксировала случаи, когда золотая молодежь в нетрезвом состоянии врывалась в кабину пилотов и требовала дать им поуправлять самолетом.